Здравствуйте, ценители красивого и интересного. В видеопрограмме «Стиль жизни Адюденко» вы увидите сегодня новые серии преобразований под девизом «Стильный народ, сильная нация». Сегодня я хочу познакомить вас с одним из мастеров наших салонов. Это Алина. Здравствуйте. Алина сегодня представит нам своего клиента. Его зовут Владимир. Здравствуйте. Она пообещала, что она полностью изменит образ Владимиру, изменит стрижку и выполнит окрашивание. Это правда? Да, так точно. Ну тогда пройдем в салон. Новый образ для Володи будем выбирать из коллекции лучших стилистов мира. Предварительно на верхних зонах головы Алина выполнила начес и теперь наносит обесцвечивающий состав на середину и концы. Впоследствии она затемнит корни по всей голове и нанесет красивый тон уже на обесцвеченные волосы. Вот такие космические аппараты с программированием сегодня помогают в окрашивании парикмахерам. После обесцвечивания волосы обычно получаются с легкой желтинкой. Но многие парни боятся: это что, я буду ходить таким цыпленком? Поверьте мне, сейчас Алина нанесет классный цвет волос, то есть протонирует эту желтинку, и волосы будут холодные и мужского оттенка. Для того, чтобы верхние волосы, более длинные, хорошо ложились и рассыпались, их нужно прорядить вот таким образом бритвой. И парикмахеры, прошу вас, не распускайте мифы о том, что бритва сечет волосы. Это делают те, кто не умеет просто бритвой стричь. В любой мужской стрижке, если после укладки применяется воск или паста, конечно же, любая стрижка становится намного более стильной. Итак, после глобального преобразования, выполненного Алиной, Владимир имеет абсолютно новый имидж. Но я все-таки думаю, что следующие преобразования будут не менее эффектными.